Всем привет, ребятушки. Походу, я сегодня опять какую-то хренотень соорудил. Я доработаю, смотрите. Короче, объясняю, в чем суть. Как убирать грязь, осевшую на дно бассейна. Ну, у меня есть видеоролик. Вон плавает шланг, который я втыкаю, значит, туда, куда, ну, шланг, вода входит, пошла на фильтр, фильтруется и выливается. То есть шлангом тупо пылесосим дно. Да. А как убирать то, что плавает, ну вот такие вот мельчайшие штучки на поверхности? Как? Специального какого-то прибамбаса у меня нет. И покупать его я вообще не горю желанием. Но мне пришла мысль, смотрите. Взял простую бутылку, сделал в ней несколько дырок, туда запихал синтепон и под углом бутылочку обрезал таким образом, что она получается. Вот проплывает. Ну-ка, давайте проследим вот этой вот соринкой. Ну-ка, втянет? Нет, не втянуло. Ну вот вообще, вот смотрите, вон сколько уже поназатягивало. Я думаю, если долго или как-то они эту конструкцию доработают, но я сделал за 2 минуты. Просто вон дырки прорезал несколько штук, насадил, все. И теперь водичка вот частички попадают сюда, оседают на синтепоне, ну а чистая водичка, соответственно, по трубам пошла на фильтр и выкидывается оттуда. Тут главная хитрость. Немного под углом эту трубу сделать, чтобы водичка как бы, ну, текла и, грубо говоря, по кругу циркулировало все это. То есть в данный момент я убрал, наверное, 90% всей срани, которая была здесь. До этого я еще только не пытался, типа, вычерпывал воду, ну, сверху плавает, да, а входное отверстие, оно ниже, не засасывает. А это все по поверхности, вот мелкие частички, вот эти вот долбанные. Вычерпывал воду, потом нашел какую-то мелкочастую сетку, ей, значит, пытался убрать. Потом подумал вот это, да какого? Во! Надо, конечно, доработать конструкцию, но просто мысль, да, суть ясна. Обычно бутылка с дырками, там синтепон. Главное, чтобы отверстия находились как можно ближе к поверхности, а точнее говоря, выходили за поверхность. И тогда весь мусор действительно будет фильтроваться через него. Естественно, не быстро, но а кто сказал, что бассейн быстро чистится? Я врубаю, он там пару часов булькает. Но я очистил. Вот, все. Через какое-то время еще осадок со дна уберу с помощью этого шланга. И вообще будет красота. Так что те, кто не хочет покупать, я не знаю, как это называется, скиммер, в общем, что-то, которое имеет положительную плавучесть, нечто плавает, насосом как-то там затягивается, пофильтрует, не знаю, как это называется. Вот, бесплатный вариант. Пластиковая бутылка, которая стоит 15 рублей. Все. И кусок синтепона. Нет, синтепона запихните в вату. Судя по накопившейся там грязи, это работает действительно. Фух, еще один лайфхак от дяди Вовы. Пользуйтесь, ребятушки. Так, прошло где-то часик. Я просто оставил, ничего не делал. Да. Вон вся грязь на синтепончике. А по поверхности практически нету, я не вижу, по крайней мере. Получается, что последний час я просто ничего больше не делал. Все, вот это вот оставил. Как оно там ходит, тарахтит, вода циркулирует. И основной мусор, который был вот сверху, да он весь вот здесь вот. Вон, видно. Остался в бутылке на синтепоне. Ништяк. Просто дешево работает.